Благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин передал в дар представителям торгово-промышленной палаты Ленинского округа выставочные стенды с изображением предпринимателей дореволюционной России, помогавших Русской православной церкви. 2 года назад Видновское благочиние в Доме культуры «Буревестник» проводило выставку, посвященную известным меценатам, которые трудились на территории Московской области. С тех пор эти стенды хранились в Георгиевском храме. Мы подумали, что для торгово-промышленной палаты, для наших современных предпринимателей Ленинского округа, да, было бы очень здорово ознакомиться с историей, посмотреть, какие были производства, потому что многие из них были градообразующими. Ну и главное, что увидеть в примерах дореволюционных предпринимателей социально ориентированных. Торгово-промышленная палата с благодарностью приняла этот подарок и уже нашла ему применение. У нас, если вы знаете, на сегодняшний момент есть программа для школьников, это бизнес-инкубатор, где мы рассказываем нашим старшеклассникам о том, что такое бизнес, азы бизнеса и как нужно заниматься бизнесом. Мы, наверное, воспользуемся этим подарком и непосредственно на этих мероприятиях будем организовывать некую выставку, на которой будем показывать эти картины. Я думаю, молодым предпринимателям, ученикам будет это очень интересно посмотреть. Предприниматели назвали подарок символичным. Оглядываясь назад, можно увидеть ориентиры среди успешных деловых людей прошлого, которые в том числе занимались благотворительностью и помогали нуждающимся. Без нашей истории, без нашего прошлого не может быть будущего. И мы это должны понимать, и даже как предприниматели мы должны это понимать. То, что это становление, это царская Россия, это те люди, которые начинали фабрики, заводы. Потом это, конечно, все разрушилось, но на данный момент мы поддерживаем предпринимателей. В ближайшие дни пройдет очередной семинар торгово-промышленной палаты в Булатниковском поселении, где также будут использованы материалы с выставки.